Добрый день, дорогие друзья, с вами AV921. Сегодня мы говорим про КВ-1С. Это один из самых лучших танков на шестом уровне, советский КВАЗ, как его называют в простонародье. Самое его явное и важное преимущество среди всех остальных танков шестого уровня – это орудие. Орудие 122-миллиметровое, которое альфа-страйк, у которого 390 единиц. По альфа-страйку это просто альфа-самец, а не танк. Но остальные параметры, конечно, плачевные. Это довольно косая пушка, 0.46 разброс, очень долго сводится, 3-4 секунды. И скорострельность тоже не огонь, 3.75 выстрелов в минуту. Но все это пустяки. Главное — это альфа-страйк, разовый урон с одного выстрела. Это просто потрясающе. Несмотря на то, что кидает нашего кваса к 6, 7 и 8 уровням, бронепробиваемость в 175 мм почти всегда хватает. Но если мы попадаем в бои 8 уровня, то запас голдовых снарядов не помешает, там пробой 217 у них. Это мое мнение. Что помимо орудия есть у КВ-1С? А ничего, друзья. Сам по себе танк по динамическим и по бронированным своим характеристикам напоминает скорее средний, чем тяжелый, поэтому действовать на нем нужно очень осторожно. У него самое низкое количество ХП среди всех одноклассников. Беречь наши ХП нужно обязательно, потому что его так мало, что за 1, 2, 3 выстрела нашего кваса иногда может и не стать. Один выстрел я имел в виду от артиллерии или от КВ-2, например, у врага, или еще как-то. Неважно. Главное, что ХП мы бережем. Что нам дается для того, чтобы беречь свое ХП? Во-первых, мощность двигателя неплохая, и масса танка позволяет сказать, что динамика у него отличная. Ну как, среди всех своих этих товарищей по цеху тяжелых танков. То есть самая большая максимальная скорость, самая быстрая скорость разворота на месте, ну и в общей сложности динамика у танка очень классная. Просто потрясающе. Зато нет совсем брони. Нет брони, и это грустно. Броня у КВ-1С есть только в башне. Обратите внимание, что она вся литая. Литая форма, или как это, свойство башни дает то, что она 100 мм толщиной во всех своих проекциях по кругу. Это самое твердое место в танке. Потом 100 мм есть вот в этом стыке бронеплит. Он здесь даже обозначен так, какой-то еще дополнительно, как назвать этот элемент. И все остальные места картон картоном. 80 мм вот этот бронелист и эти по 60. Плюс ко всему, друзья, баки у нашего КВ-1С расположены по борту чуть ли не по всей длине, с двух сторон. Урон в борт всегда урон в баке. Двигатель находится сзади, трансмиссия тоже сзади, ведущий каток задний. Ну и боеукладка расположена у кваса в башне. То есть один элемент боеукладки вот здесь, и второй вот тут вот. То есть, что сказать, основная тактика и техника игры на квасе — это исключительно высунулся, а еще лучше высунулся заранее, свелся, подождал, пока появится в прицеле враг, выстрелил и назад. Именно поэтому квасу прописаны просто городские бои, и не так сильно он хорошо себя чувствует на просторных картах, на песчаных там каких-то или других. Но обо всем этом мы уже поговорим в бою. Экипаж у меня здесь новый, только лейтенант Руднев у меня здесь бывалый самец. Он тут ездит уже давно на танках, и перки у него тут какие-то старые остались, поэтому у меня здесь все укачано в ремонт. И плюс еще ко всему добавил виртуоза, чтобы уж прям совсем быстро поворачиваться на месте. Это все не главное. Главное, какие модули можно поставить. Однозначно сведение и досылатель. Однозначно, потому что скорострельность маленькая, скорость сведения просто никакая. Если без этого модуля ездить, то просто грустно все. Обзор у танка просто никакой. 330 метров. Обязательно его усилить нужно или трубой, или оптикой. Ну, поскольку в бою чаще всего квас является где-нибудь из-за угла, то я поставил сюда трубу. Потом у меня оптики свободной не завалялось, а труба завалялась. Поэтому выбор мой пал в трубу. По поводу стоимости снаряда давайте поговорим. 1000 стоит каждый бронебойный и почти 5 каждый подкалибер. Ну, подкалиберный мы используем только по праздникам, когда мы не можем пробить какого-нибудь 8-уровневого танка, который может быть там ИС-3 или, я не знаю, Королевский Тигр или еще какой-то твердый танк. Ну, а все остальные цели — это по нам. Ну что, посмотрим, какой был интересный бой на КВ-1С. Бой мы смотрим на карте линия Зигфрида. Мы здесь играем в середине списка, даже сказать, тяготеем к нижней части, потому что очень много у врага и у нас 7-х уровней в игре.
И танк сам по себе, КВ-1С, если подвести итог всему, что мы обсудили в ангаре, почему он мне так сильно понравился, потому что в нем есть самое главное, что я люблю в танках. Это пушка, которая стреляет, это скорость, которая едет, благодаря которой танк едет. Ну, а то, что брони нет, это броня дается тем, кто любит совершать ошибки. А если брони нет, то это означает, что у вас просто нет возможности совершать ошибки, и вам нужно умеючи и знаючи аккуратненько играть. Вот сейчас я зарядил кумулятив на случай появления бронированной цели. Я ожидаю ПТ-шку 7 уровня врага или ИСа, но выехал класс и принял кумулятив на себя. Дальше уже заряжаю ББшку. Вот то, о чем я вам говорил. Вражеский КВ-1С умер с двух выстрелов. Я с него снял там почти 400, и наш ИС аналогично. То есть вражеский квас, квас противника совсем не побеспокоился о том, что он картонный и хп у него мало, как и я сейчас, обратите внимание, как я демонстрирую вам умело маленькое количество хп, отхватываю сразу от ИСа и от кого-то там еще, и моя спесь моментально сходит, как вечерняя дымка, рассеялась мое хп, осталось всего почти 200, и я совершил громаднейшую ошибку, характерную для тех, кто ездит на квасах, это вылез не в то время, не в то место. Идеально начинаю действовать дальше, когда хп теряется. То есть идеально делать как? Убедиться, что на вас никто не целится и не готов выстрелить. Вот сейчас. Никого нет, я выезжаю, свожусь. Враг появляется в прицеле, и я отправляю ему снаряд. То есть, а если действовать иначе? Если бы, например, враг ждет вас, и вы выезжаете, то, скорее всего, даже на средней дистанции вы не попадете во врага. Вы выезжаете, урон получаете, и его в ответ не наносите или промахиваетесь. Так действовать на квасе не нужно. И вот сейчас я подождал, когда Су-100М1 отстрелялась, выехал и дал ей урон. Тут все понятно и просто. Вот все жду, когда же выйдет премиумная СТ-шка на меня. Но она все не выезжает. В это время я по мини-карте обращаю внимание, что наши танки глубоко уже зашли в город. И это означает, что, скорее всего, есть возможности мне зайти и не погибнуть там от всего разнообразия врагов. Вот я вижу, что Су-100 стоит, целится в меня, промахивается, к счастью. Так бы это был фатальный выстрел. И понимаю, что это направление совсем мне не рады в нем. И наши артиллеристы почему-то, смотрю, что в нашей команде минус один есть у арты. Команде врага минус один у арты, понимаю, что что-то как-то здесь все нечисто в датском королевстве, и перемещаюсь совсем на другой фланг, точнее на фланг тот же, на место другое. Теперь КВ-1С вот тут стоит аккуратно, главное не попасть еще в зад своему, я даю ему урон, и сейчас действую как в заправских каких-нибудь квейковских играх. Я знаю карту хорошо, я знаю, где есть дыры. Вот, например, это место, где у врага Т-43 засел. Вот здесь есть прекрасное место, где можно его достать, и он даже не смотрит на меня. Но в следующий раз будет внимательнее, что здесь удобное простреливаемое место, я здесь защищен. Еще одна 43-ка у врага, у противника также меня совсем игнорирует, за что ее 400 урона ожидает. Точнее 368. По-моему, по сей день по мне тут никто стрелять не собирается, никто так и не догадался, откуда я по ним всем веду огонь. Но, тем не менее, я продвигаюсь дальше, вижу ИСа врага, и его тоже добиваю. Ну, здесь уже очевидно, все идет к победе. Позиции, которые заняли наши танки, они все хорошие. Все ведут к успеху. Ну вот, не успело зарядиться мое орудие, чтобы я в 43-ку еще и подал взад. То есть, этот бой, по сути, является хорошей демонстрацией того, что у КВ-1С совсем нет брони. Еще раз вам пробегусь сначала. Это означает, что вам нужно очень аккуратно думать и размышлять о том, куда встать, как занять позицию. Вот сейчас я занимаю позицию, пожалуй, самую оптимальную в этой ситуации. Прячу корпус за ступеньками. А башня моя, которая более-менее бронирована, хотя, как ее назвать, 100-миллиметровую броню на 7 уровне более-менее бронированной, прячу. Но вдруг какие-то рикошеты от этой башни. Вот, ну и здесь уже дело техники. То есть, подведя итог, еще раз вам скажу, что КВ-1С танк потрясающий. Он классный и квасный. Дело все в том, что у него есть скорость, у него есть отличное орудие, и если умеючи и не спеша стрелять, сводясь полностью, поджидать врага, не торопиться никуда, не лететь вперед, размениваясь своим малочисленным хп, то у вас все обязательно получится на КВ-1С. И этот танк очень частый гость в различных средних ротах, именно за то, что у него есть пушка и за то, что у него есть динамика.
Вторым танком, который среди всех шестиуровневых я бы назвал классным, это однозначно КВ-2. С возможностью стрелять из фугаски, из дуды, как ее называют некоторые. Есть возможность стрелять еще и кумулятивами, там, с фантастическим просто уроном и бронепробиваемостью. И вот два этих танка, это вершина пищевой цепочки на шестом уровне. Я вам всем советую на них поездить, поотдыхать в игре, и ваши 3-4 тысячи урона в бою будет вполне возможно, нежели чем на каких-то иных танках, не будем говорить про британский. Данный бой подходит к концу, сейчас дело за малым, добить оставшихся. Вот я пытаюсь заехать на какую-то горку, чтобы до КВ-13 достать, но этого недостаточно, она в низине, и без меня ее там разберут, скорее всего. Вот я ловлю ее какой-то самый-самый-самый уголочек и пытаюсь со своей суперкосой пушки попасть, но не успеваю свестись. Вопрос в том, где у врага гриль, и вопрос техники. Всем большое спасибо за внимание, проявлено к квасу. Перед вами сейчас после боя будут итоги, и вы увидите, как здорово и весело можно играть на вот таком танке КВ-1С. Главное беречь свое ХП. Всем большое спасибо, пока-пока, до новых встреч.